Рассказать про стрижку когтей. Получила на самом деле очень большое количество вопросов, как мы этого добились, такого состригания из последнего сторис. Поэтому решила, проще будет один раз рассказать, показать, чем каждому отвечать в личке. Собственно, стрижка когтей, проблема того, что собака боится стричь когти, складывается обычно из двух факторов. Во-первых, владелец сам не знает, как правильно стричь, поэтому нервничает. И, во-вторых, обычно пренебрегают приучением собаки к этому процессу, поэтому собака не готова. Чего ты выделываешься? И, соответственно, соединение двух вот этих факторов, оно развивает фобию, потому что получается, что владелец стричь не умеет, но знает, что надо стричь когти. Приходит день X, когда нужно когти подстричь, собака сгребается, владелец нервничает, потому что не понимает. Ладно, когда еще когти прозрачные, там все просто, прозрачно оставить. Розовое, точнее, прозрачное. Собаке хорош меня бодать. Прозрачное состричь, розовое оставить, все просто, понятно. Если когти пигментированные, то получается беда, потому что ничего не видно. Лишнее состричь страшно, потому что будет кровище, оры и вообще. Соответственно, собаку хватают, фиксируют, собака не понимает, она дергается, владелец еще больше дергается, собака понимает, что у него тоже паника. В общем, получается такой замкнутый круг, такой маленький филиал ада. Соответственно, что нужно для того, чтобы приучить собаку к стрижке? Вот как было на ролике. Во-первых, понять, как ноготь правильно растет, что у него нужно состригать. Это достаточно просто, и на темных когтях, когда вы это понимаете, соответственно, никакой проблемы нет. И второй момент, самый главный, на мой взгляд, потому что, ну, можно посмотреть даже в интернете картинки, ролики обучающие именно как правильно стричь коготь. А про приучение собаки почему-то обычно никто не говорит, просто говорит, ну, возьмите собаку. Собака такая, я не хочу, мне больно, мне неприятно. Потому что, ну, может быть, по своим ощущениям помните, когда вы не сами себе стригли ногти, а, допустим, в детстве мама вам стригла. Ну, я просто по себе помню. Мне было неприятно, когда мне стригли ногти, и как-то, в общем, дискомфорт от этого, что сам не контролируешь, а вдруг лишнее что-то стрижется. Вот, поэтому, собственно, начинаем приучение с того, что просто приучаем собаку к тому, что вы можете в любой момент взять лапу и что-то начинать делать с когтями. Лиса прям тебя любит сегодня. Лесь, иди сюда. Вот, важный момент. Желательно приучать в том месте, где вы будете стричь. Место должно быть светлое. Я выбрала вот здесь, потому что у нас здесь яркая лампочка. И удобное для собаки в том числе, чтобы ей было комфортно лежать. Потому что лежать на, допустим, жесткой плитке собаке неудобно. Естественно, она будет как-то пытаться уворачиваться, устроиться поудобнее и дергаться, что тоже плохо. Начинала я, правда, не здесь на коврике, а там на нашем диванчике, потому что мне там было удобнее, помягче. Но там темновато, поэтому перешли сюда. Соответственно, первый этап того... Лезь, брысь пока. Мира, лезь. Мира, лезь. Вы устраиваете собаку поудобнее. Ну, вот, например, вот так. Ну, собственно, мы так когти стрижем. И начинаете ее просто гладить, говорите всякие приятности, расслаблять, чтобы собака знала, что сейчас все хорошо. Никаких действий не планируется. Когтереза при этом у нас с собой нет. Мы его даже собаке не показываем, просто у нас такой, можно сказать, сеанс массажа. И в этом сеансе, когда вы трогаете всю собаку за все места, поглаживаете, ощупываете, начинаете в том числе массировать лапы с пальчиками. У Миры была такая фишка, что она вообще не давала мне первое время трогать лапы. То есть, когда я просто вот начинала делать вот так, она резко отдергивала лапу, и лапу мне больше не давала. Поэтому у нас первый этап был просто приучить ее трогать пальцы, даже не когти. Второй этап, когда у вас уже собака спокойно вот так вот лежит и реагирует на то, что вы начинаете работать с пальчиками, вы начинаете больше внимания уделять, опять же, в процессе вот этого всего оглаживающего массажа, ну, скажем так, таким щекотке когтей. То есть берете и начинаете вот что-то своими пальчиками, без когтереза, без инструмента, просто вот щекотать. Чтобы собака поняла, что ничего страшного, просто вот надо пощекотать. И не забывайте гладить, может быть, вкормить вкусняшками, хвалить. То есть без стресса, без всего. Если собаке не нравится, просто растягивайте на большее количество времени. То есть погладили здесь, и вот здесь тоже погладили. И снова взяли за лапку, чуть-чуть пощипали, молодец, молодец, умничка. И таким образом вы
приучаю этих собаку к тому, что вы можете с ее лапы в какой-то момент что-то делать, и это не страшно, не больно, не опасно. Соответственно, все происходит в расслабленной обстановке, никакого стресса ни у вас, ни у собаки нет. Потом вы собаке можете аккуратно показывать когтерез. Даже если собака уже знает, что это такое, боится, просто его покажите в этом же. Смотри, какая штука. Да, страшный, ужасный. Все, ты испугалась, я вижу. Все, отложили, продолжили массаж. Чтобы собака не связывала, что вот с когтерезом сейчас будет опять какой-то филиалада. Потом можете опять показать, смотри. Не страшно, да, когтерезище. И снова массаж. Все это делается не за один день. Просто мир уже приучен, я вам рассказываю все этапы. У нас будет сегодня такой быстренький эфир, потому что нам нужно уезжать. У меня все это заняло, наверное, пару недель, потому что у Мира была вообще паника при хватании лап, при их ощупывании. Мирю. Потом вы начинаете закрытым когтерезом просто делать какие-то вот такие манипуляции. То есть не срезать, просто показывать, что вот, когтерез, он не страшный. Да? Молодец. Молодец, умничка моя. Молотинка, молотинка. Молодец. И когда собака понимает, опять же, через несколько дней, через несколько сеансов, что вот сочетание когтереза и когтей – это вот ничего страшного. Чего ты? Чего? Движняк, да. Погуляли, поели, надо беситься. Вы уже можете пробовать стричь когти. Опять же, стричь – это будет первые разы, это будет не полноценная стрижка когтей. Вы просто открываете когтерез и срезаете. А что такое? Что, надо попоясничать на публику. Леш, срезаете вот буквально чуть-чуть. Тихо, тихо, тихо. Все, умничка, молодец, молодец, молодец. И вот таким образом вы опять же приучаете собаку к тому, что да, срезали, да, не больно. То есть срезаете буквально маленькую стружечку снять, чтобы собака поняла, что да, бывает еще и вот такое воздействие. Но оно не страшное, не больное, все хорошо. Если дадите после этого вкусняшку, будет вообще супер. Таким образом, вы приучаете собаку постепенно к тому, что будет воздействие, будет взаимодействие. И, соответственно, стрижете уже когти вот в таком расслабоне. У меня Мира как-то вечером, мы с ней нагулялись, наелись. Ну, не мы, она, естественно. Вот. И потом собачка завалилась ко мне вот так стричь когти, она у меня откровенно заснула, потому что... А чего напрягаться? Да? Да? Молодец. Собственно, это все, что я хотела рассказать. Молодчинка. Да, держи, заработала. Вот, мы побежали по делам. Если есть вопросы, пишите. Всегда рада помочь, на все ответить. Всем пока.